Вы смотрите обзор товара теплицы Zotseng. Профиля дачная стрелка минус 8 плюс поликарбонат. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. В комплект входит сотовый поликарбонат стандарт, стандартной плотности. При желании можно заказать поликарбонат более высокой плотности, medium или premium, оставляйте свои пожелания в комментариях при оформлении заказа. Теплица дачная стрелка комплектация. Усиленная конструкция из оцинкованного металла спроектирована специально для снежных зим. Форма готовой теплицы – стрельчатая, поэтому снег на ней не задерживается, а скатывается вниз. Каждая дуга усилена и выдерживает до 700 кг снеговой нагрузки. Предельная снеговая нагрузка на теплицу – 450 кг на М2. Каркас для теплицы изготовлен из прочного оцинкованного профиля 60 на 20 мм. Его высота прекрасно подходит для выращивания высокорослых культур, а ширина оптимальна для двух грядок. Готовые садовые теплицы с покрытием под сотовый поликарбонат серии «Дачная стрелка» можно устанавливать без фундамента, нужно всего лишь закопать специальные Т-образные окончания каркаса в грунт. По желанию покупателя в комплект теплиц входит покрытие. Сборка каркаса осуществляется с помощью винтов и гаек. Максимальная снеговая нагрузка на каркас в полной комплектации с установленными стяжками и боковыми подкосами – 450 кг на 1 квадратный метр. Это соответствует 2,25 свежевыпавшего и 1,1 метра слежавшегося снега. Стандартный вариант теплицы «Дачная стрелка» имеет с обоих торцов двери форточку. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.